Сотни пройденных километров в экспедициях, долгая работа над архивами. Участники поискового отряда «Герои неба» собирают историю буквально по кусочкам. Результаты работ теперь представлены в 6-й гимназии. Там музей авиации отметил свое новоселье. У нас, видите, как и музейная экспозиция, и поисковый отряд находятся в одном большом кабинете. В одной части находится, опять же говорю, своя музейная экспозиция, а во второй части, непосредственно сам импровизированный кабинет, мы проводим свои занятия. Ранее этот музей базировался в 18-й школе, но выставка росла, а вместе с ней и детская группа поисковиков. Нужно было расширяться. С переездом отряд «Героев неба» снова пополнился новобранцами. Мне давно уже нравится авиация, военная особенно. И когда нам учитель по истории сказал, что вот он так у нас открывается музей, я попросил своих родителей записать меня туда. В роли экскурсоводов выступают юные поисковики. Первыми гостями обновленного музея стали четвероклассники. Гимназисты. О воздушных подвигах в Великую Отечественную пришли послушать и выпускники 6-й школы. Мне очень приятно, что наконец-то в моей родной школе создан музей. Очень патриотично, очень, конечно, трогательно. С какой любовью и патриотичностью ребята, молодежь относятся к истории. Сколько труда, сколько терпения было вложено в создание этого музея. Музей является и учебным классом для юных поисковиков. Здесь они впервые знакомятся с металлоискателем, системой видеопоиска через квадрокоптер, техникой ориентирования в лесу. Занятия проходят по понедельникам и пятницам. В остальное время музей принимает гостей. Вход бесплатный по предварительной записи.